Сократили пакет документов и сроки, перевели в электронный формат. Все больше госуслуг модернизируют, делают удобными для казахстанцев. Сейчас некоторые из них можно получить, не выходя из дома. Все быстро и удобно. А главное, сводит к нулю коррупционные риски. Золотой лихорадкой сейчас так просто не заболеешь. Надо собрать ряд документов, прежде чем начать разведку или добычу. Эти и другие госуслуги в Управлении индустриально-инновационного развития стараются упростить. Половину уже перевели в электронный формат. Кроме того, впервые разработан стандарт госуслуги по выдаче лицензии на старательство, что позволяет узаконить деятельность старателей, добывающих золото на рассыпных месторождениях. На сегодняшний день данные изменения не вступили в законную силу. Получить финансовую помощь и реализовать бизнес-идею. Предоставление государственных грантов по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» – одна из госуслуг Управления предпринимательства и туризма. В прошлом году ее усовершенствовали. Теперь проекты не выносятся на рассмотрение регионального совета, а сразу отправляются на стол конкурсной комиссии. Срок оказания этой услуги сократился на 19 дней. По получению государственной услуги на подведение недостающей инфраструктуры заявка предпринимателя выносится на заседание регионального координационного совета для принятия соответствующего решения. Сроки оказания здесь также сокращены с 15 до 11 рабочих дней. В текущем году нами уже одобрено две заявки на подведение инфраструктуры. Госуслуги в сфере туризма тоже модернизировали для удобства граждан. Уменьшили пакет документов, часть перевели в электронный формат. Айгерим Мукашева, Дильнуржанов, новости МТРК.